Привет. Если бы вы только знали, как я ненавижу утро. Я в принципе не знал, что такое утро, пока не родилась ребенка и не пошла в сад. Сад надо совсем утро. Сейчас 8:15. 8:15. Я раньше, в принципе, даже не знал такого времени. 7 утра. И 8 не знал. И 9 не знал. Я вообще не знал, что это. Пока ребенок не пошел в сад,